Здравствуйте, Кирилл. Мы рады вас видеть. Сегодня мы отмечаем 65-ю годовщину проведения русского бала, что стало уже хорошей традицией. Какая у вас сегодня миссия и насколько важно для русского сообщества проведение такого рода мероприятий? Спасибо за добрые слова. Я прихожу на русский бал уже третий год подряд. И я знаю, что это событие является очень важным в календаре мероприятий русского сообщества, проживающего в Торонто. История русского сообщества в Канаде достаточно долгая, около 130 лет. И как мы видим, история бала не менее замечательная. 65 лет проведению гала-бала и 70 лет организации, занимающейся его проведением. Это одно из наиболее почитаемых событий, которое стало уже доброй традицией и которое мы непременно будем поддерживать в последующие годы. Какое послание вы хотели бы передать всем дебютантам, которые сегодня впервые в своей жизни принимают участие в этом балу? Это их шаг в новую взрослую жизнь. Очень интересный факт. За последние несколько лет молодые девушки и женщины очень активно принимают участие в жизни русского сообщества и проводимых им мероприятий. Мы надеемся, что сегодняшние дебютантки пойдут по этим стопам и станут активно представлять культуру, наследие, языковые традиции русского сообщества. Мы готовы поддерживать это наследие, ведь это чрезвычайно важно — сохранять свою уникальную культуру и традиции. А что насчет других событий? Намечаются ли другие русские традиционные мероприятия в ближайшее время? Да, есть ряд предстоящих событий, так как русское сообщество ведет активную и динамичную деятельность. Не думаю, что будет правильно сейчас о них рассказывать. Но могу сказать, что у нас в течение года в Торонто проводится три русских бала. Это, собственно, русский гала-бал. Второй — это Александровский бал, который является очень интересным мероприятием, так как имеет отношение к реликвиям российской императорской семьи, находившимся в Канаде, которые будут переданы Александровскому дворцу, музею-заповеднику в Царском селе под Петербургом. Данный дворец сейчас находится на реставрации, но после его открытия можно будет увидеть коллекцию реликвий, собранных в Канаде благодаря активной деятельности русского сообщества. И еще один бал, о котором я знаю, это бал «Зимний дворец», который ежегодно проводится летним лагерем отдыха для англо-русской молодежи Рускока, что тоже является знаменитым событием для нашего сообщества. Звучит грандиозно. Я надеюсь, мы увидим вас на других значимых мероприятиях и сможем вновь услышать от вас добрые пожелания и напутствия. Спасибо. Я надеюсь, что русское сообщество будет также активно принимать участие и в следующий год, приуроченный к 75-й годовщине Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Спасибо.